Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и мы вновь погружаемся в Диско Элизиум. Мы в церкви Мартинеза, ужасно сейчас хочется покинуть это место, потому что эта анодная музыка просто переколошматила весь мой мозг. Мы обязательно с Кимом это сейчас сделаем, только единственное, что поговорю я сейчас с этой девушкой, а соль. Есть некоторые темы, которые нужно обсудить. Ассель. Она насвистывает какую-то мелодию. Старый добрый контактный микрофон, надежно закреплен на деревянной кафедре, заслышал в твои шаги, она отрывается от работы и поворачивается к тебе. Привет. Она несмело улыбается. Я тут записываю новые звуки, которые издают все эти балки и стропила. Звуки, передаваемые деревом, такие классные, скрипы и все такое, как будто ты под водой, только под водой внутри дерева. А вот этот весь антураж тебе не мешает? Который здесь устроил Эйкамон? И нет, это не имеет никакого отношения к контактному мику. Контактный мик, да ладно, забудь. На самом деле я хотела сказать спасибо за то, что помог мне и моим друзьям попасть сюда. С твоей помощью мы даже нашли новых партнеров, так сказать. Как поживают остальные? Думаю, хорошо. Ноик изучает обстановку. Кажется, резьба его очень впечатлила. Андре настраивает компрессор, занимается организацией танцев. Я тебе сейчас, наверное, открою секрет. Андре уже не настраивает компрессор, он просто как в заводной прыгает с ноги на ногу. Эйкамон поддерживает боевой настрой, он главный на сцене. Ну, это да. Программистка Сона занимается своими делами за радиокомпьютером, она не очень разговорчива, а человек-краб особо не высовывается, и слава богу. Магнитофон валяется на деревянном полу, словно выброшенная игрушка. Поднять его. Поднять его. У меня сейчас 2 очка навыков. Мне нужно будет сейчас развить эмпатию. Но поможет ли мне это? Потому что я смотрел прошлую мою попытку, и там были очень маленькие проценты. Если даже я сейчас подниму эмпатию, то это мне многого не добавит. А я боюсь, что просто не смогу этого сделать, а очко навыков просто так улетит, и все. Может, стоит его... Хотя магнитофон мне тоже нужен. Не знаю. А теперь не могла бы ты рассказать мне о своих коллегах? И немножко опыта. Разговорите о Сель, чтобы она рассказала о своих товарищах. Не вопрос, ты же нам помог, услуга за услугу, что тебя интересует. На самом деле, мне не очень хотелось бы знать о твоих... Ну, совсем абсолютно. Мне как бы не очень хочется знать что-нибудь о Ноике, или о Андре, или о... Вот о Тьяго, это в человеке, может быть, еще что-то. И камон... Я уже все, что хотел, ему сказал. Ну, расскажи про Андре. Андре? Ну, он клевый. Время-то тикает. Хотя так и не скажешь, но он клевый. Для меня, по крайней мере. Она проводит руками по плечам, но это не от холода. Плечи девушки абсолютно расслаблены. Должно быть, выпила или закинулась чем-нибудь. Он заботится о всей херне. То есть, извиняюсь, у него есть видение того, какой должна быть жизнь, понимаешь? Что-то дым такой пошел. Это был дым такой или что? Мы не горим, нет? Смотри, нет, вроде как бы развеялось все. Опять пошел. Он расставляет все по местам. Такой организатор. И что он организовал? Ничего. Но с другой стороны, здесь и организовывать-то нечего. Ему правда хочется, чтобы с этой церкви все получилось? Это я неплохой организатор, Сель. Если бы не я, вы бы так и ютились где-нибудь в палаточке там, на холоде. Должно быть, когда нашел ее вот в таком состоянии, совсем заброшенной, счел это каким-то знамением. Сказал, что исполнится пророчество. Не знаю, откуда он это взял, улыбается на Андре. Не то чтобы слишком умный. Я никогда не видела его настолько взвинченным, а ведь это его обычное состояние. Он был в каком-то отчаянии, будто это его последний шанс или что-то типа того. А может, он просто был под кайфом? Ну, то есть, не под наркотиками, а просто под кайфом. От жизни, от материнской любви.
Расслабься, девочка. Мы, конечно, офицеры полиции, но на нас клейма ставить негде. Мы прогнили насквозь. Ты можешь говорить с нами о наркотиках и прочей херне, мне вообще похуй. Не, знаешь, так мы не будем говорить. От жизни... Yes. Anyway. Понятно. Да, с вами не о чем говорить, в общем, проехали. Андрей, твой парень? Yes. Да. А может, он лысеет и думает, что это его единственная надежда? Боже ты, так смеется она. У него какая-то фаза саморазрушения с этими волосами. Обесвечивает их под корень. Наверное, хочет полностью от них избавиться. Наверное, у него скоро их не останется. Расскажи про остальных, но кто тебя интересует? Ну, никто. Давай, наверное, спасибо. Хочу спросить еще о чем-то. Сколько у меня очков? 54. Ну, не сейчас. Не сейчас. Добавьте хардкора в музыку Ван Эйка. Найдите запись мелодии для Эйкомона. Я все равно еще сюда вернусь. Я все-таки думаю, сейчас мне нужно с Эврором Клэром, с этим моржом что-то решать. На самом деле у меня пока все, и уйти. Да, Ким, пошли. Идем. Идем отсюда. Идем. Фух, как же здесь хорошо, Ким, а? Как же здесь спокойно. Слушай, Ким, может, подпись мы не получили, да? Подписи мы не получили. Просто попытаемся в очередной раз надуть Эврора Клэра. Да? Я знаю, что предлагаю, может быть, часик или два... потратить на то, чтобы осмотреть эту территорию. Ведь многого мы не видели, и что она скрывает, ну, мало ли что. Мало ли что. Надо приглядеться, посмотреть. Кстати, во что я сейчас одет? Не в очень, наверное, подходящее. Электрохимия. Ну, электрохимия, пускай электрохимия, наверное. Сумрак. Визуальный анализ. Логика. Ладно. Пускай так и останется. Идем, идем, просто посмотрим. Я даже не знаю, куда идти, но хотелось бы просто открыть эту территорию, хотя бы знать, что где находится, а потом уже к чему-то. Это, вот смотри. Это какой-то вещь. Это 0,45 реалов. Это мы осматривали, правильно? Или не осматривали? Я уже не помню. Подожди. А если не помнишь, то возьми, открой и посмотри. Да. Морел недавно установил в лагере криптозоолов. Проверьте ловушку рядом с лодочной станцией к западу. Ну, это мы еще успеем, я думаю. Может быть, почему бы и нет? Нет, сюда дальше я не смогу пройти. Лодки в сарае нет. А ты надеялся? Этот участок побережья пустует уже не один десяток лет. Ловушка еще одна. Опля, боевой... Вот смотри, гипнограмма. Плюс 3. Целая упаковка этих... таблеток, эквилибристика, визуальный анализ, суперзвезда, большие темные очки – это то, что я искал всю жизнь. Потому что суперзвезда – это как раз Гарри Дюбуа. И вот она, ловушка. Эту ловушку обнаружить несложно, если знаешь, что ищешь. Криптозоолог не стремился ее спрятать. Зачем оглядываться по сторонам? Ну, на всякий случай. У тебя за спиной высятся развалины жилого дома, защищенные от ветра, под ними перешептывается о чем-то тростник. Когда этот район процветал, тростник так не разрастался. Свежевыкрашенные фасады ничего не загораживало. Пьяницам и подросткам негде было спрятаться. Теперь лишь ветер дует. Взять ловушку. В этой ловушке тоже лишь саранча. Уж точно никаких криптозоологических тварей нет.
И это пустая, вздыхает он. Еще одна, и все. И мы, наконец, бросим этим заниматься, да? Так думает Ким Кицураги. Он склоняется, переводит дух, лицо его покраснело от холодного приморского воздуха. Устал, да? Устал, Ким? Не, все в порядке. Не хотел жаловаться просто, он запыхался и не может закончить фразу. Ну ладно. То, что появилось новое, это очки и все остальное, да? Проверьте ловушку на краю земли, далеко на северо-востоке от здания Фельд. Значит, вот это здание Фельд, да? Еще на краю, далеко на северо-востоке от здания Фельд. На краю земли где-то. Где это, непонятно. Наспех сколоченный сарай для лодок. Будь морской бриз чуть сильнее, его бы сдуло. Я вот думаю, не пойти бы мне просто не купить магнитофон, да и все. Мне-то деньги зачем-то? Кушать не хочу. В тени стоит беседка, покрытая ржавчиной. С ее крыши облетает древняя краска. А здесь что? От края до края растрескавшиеся стены, рассыпаны дырки от пуль. Ну, это с революции. Ким, погляди, еще дырки от пуль. Тут определенно что-то произошло. О, дырки от пуль. Знаешь что? Блин, как бы это все не испортило, но... знаешь о революции, знаешь о Фельд Электрикал, дырки от пуль на заднем дворе, дырки от пуль на площади... Я много чего знаю об этих дырках, и о дырках я знаю практически все. Поэтому я не побоюсь, и я думаю, что это не испортит. Еще дырки от пуль. И правда, лейтенант тщательно осматривает стену. Плотность пулевых отверстий здесь необычная, даже по меркам средней плотности пулевых отверстий в Мартинезе. Мрачное дело. Я хочу сказать, что дырок очень много. Он проводит по стене рукой. Похоже, стреляли из автоматов. Нынче таких и не встретишь. Почему? Производство и продажу автоматических винтовок ограничили после революции. Их убойная сила оказалась чересчур. Нужно же сохранять в мире хоть какую-то человечность. Сейчас я приложу весь свой визуальный анализ. 97, но я не удивлюсь, если не получится. Ну, это белая проверка. Ряд призрачных фигур стоит лицом к стене. Вот что здесь произошло, Ким. Их много, не меньше дюжины. Головы опущены, глаза завязаны. Тихо, ни звуков, ни движений. В 10 метрах шеренгой выстроились другие тени. В их руках автоматы. Полы шинели расстрельной команды лениво хлопает на ветру. Сбоку стоит еще один человек. Высоко в небе сверкает солнце. Печет доски, песок, твою кожу. Приказ привели в исполнение днем. С этого расстрела прошло много времени. Дождь и морская вода давно смыли кровь. Не осталось следа. Что же это? Избыток пулевых отверстий означает одно из двух. Либо здесь провели невероятное количество расстрелов, либо пуль не жалели, наверное, да? Либо они не пытались облегчить совесть, зарядив все автоматы, кроме одного, холостыми. Подожди. Кажется, это был массовый расстрел, и боевые были у всех. Посмотреть на людей у стены. Множество людей, вероятно, в повседневной одежде, изорванной в стычках, покрытой пылью. Судя по высоте пулевых отверстий, они не сидели. Распространенная практика при расстрелах в ряде стран. Они стоят лицом к стене, невозможно разобрать ни кто, они ниоткуда. Обычные люди, знакомые все до одного. Кем они были? Товарищами? Отверженными, обездоленными, рискнувшими восстать против ужасов мира. Семь мужчин в военной форме и темных шинелях наставили на людей автоматы. Солдаты одной из противоборствующих сторон, но какой?
Командир, тот, кто отдал приказ, в воздухе стрекочет автоматы, огни выстрелов пляшут по его лицу. Ким, кто был на этом расстреле, а? Ким, расскажи. Сперва лейтенант не говорит ни слова, лишь смотрит на стену. «Не знаю», — отвечает он в итоге. «Я не знаю, кого здесь поставили к стенке. Эти люди могли принадлежать к любой из сил, участвовавших в революции. Возможно, здесь казнили консерваторов, лоялистов, коммунисты в начале гражданской войны. А может, коммунистов поставили к стенке силы коалиции ближе к ее концу. Все может быть. Вспомни, что Трент Хейндельстам говорил про Фельд. А что, если это сотрудники Фельд, когда революционеры конфисковали их имущество?» Лейтенант кивает. «Еще один вероятный случай, может быть и так». «А может?» «А что насчет людей из коалиции, так называемых моралистов?» «Крайне маловероятно, что здесь были убиты силы коалиции. Их всегда ставили к стенке последними. Откровенно говоря, если в этой ситуации был член коалиции, то он, скорее всего, командовал расстрелом. Отдавал приказы. Фигуры сдувает холодным ветром. Вот каким. Надпись «Entry Entridity». Чего это такое? Подожди. Что-то. 0,20 и бутылочка. И еще бутылочка. Подожди, Ким. Доски угрожающие трещат, когда ты бежишь по ним. Осторожнее. Мелочь, но приятно. Лыжная шапка. Логика на плюс 2. Неплохая шапочка. Дверь забита досками, к тому же ее засыпало так, что до нее теперь не добраться. Ну и ладно. А мы можем пройти сюда, нет, что ли? Старая будка билетера не работает. Билетера. Смотри, мотокарета стоит, Ким. А у меня нет мотокареты. Провалилась. Я сюда не могу пройти, что ли? Как так? А как же быть? В обход идти, что ли, или как? Как сюда можно попасть? Никак? Очень странно. Почему я здесь не могу пройти? Это когда-то был жилой дом, да? Давай попробуем обойти по-другому. Так и здесь я не могу пройти. Опля. Восприятие дает о себе знать. Чтобы изучить книгу, воспользуйте... Это что? Букварь? Книга для малышей? Учебник для первого класса начальной школы. На обложке человекоподобный медведь толкает перед собой тачку с буквами. Справляется он не слишком хорошо, а почти упала, Б давно пропала, детям надо быть повнимательней. Ты держишь в руках разноцветный букварь. Заголовок гласит: букварь, книга для малышей, кроме того, на обложке присутствует медведь. Это то, что мне нужно. Ага, эта книга расскажет тебе, что к чему, поможет разобраться с базовыми понятиями, в которых ты, похоже, путаешься. Наш антропоморфный медведь устроит тебе незабываемый разбор. Чего? Алфавиты. Пролистать? Слушай,
Пролистать мы пролистаем, я думаю, время как бы не пролисталось. На каждой странице слово, начинающееся на одну из букв алфавита, и тусклая картинка. Большинство слов — это научные и культурные понятия. Ты читаешь? Подожди, времени нет. Ну, конечно, очевидно, что ты и так все это знаешь. Это алфавит, кто не знает алфавит? Ты. Ты не знаешь алфавит. Но это не важно. Положить книгу обратно? Блин, ну как, я хочу полистать. Ладно. Давай... Я же ее взял с собой, правильно? Да, букварь, будет время, полистаем. Особенно ночью времени много. Опля, опять эти, слушай, может алкашу все-таки отдать эту куртку, а? Штормовка. Ну, болевой порог, сумрак, туда-сюда. Что ж, вот твоя куртка. Моя куртка? Да, она была довольно грязной, так что я ее почистил. На его лице возникает сосредоточенное выражение. Он смотрит на тебя, потом на свою бутылку, потом снова на тебя. Текила, ты, блядь, о чем? Это ты, блядь, о чем? Розмари, о чем, блядь, он? Так это ж ты ж эту куртку спер 2 недели назад, у паренька, что чпокал свою девчонку на пляж. Это отвратительно, я в жизни ничего подобного не делал. Вы оба поехавшие. Ты что, трезвый что ли, или что? Вот теперь очевидно, как этот человек умудрился потерять ключи, бизнес, друзей и девушку. Держу пари, это неврологическое. Ну, как хочешь. Как хочешь, оставлю себе. Эта куртка настолько ниже моего концептуального уровня, что я бы к ней и 10-метровой палкой не прикоснулся. Но тебе наверняка пойдет, забирай. Это нормальная куртка. Лейтенант пожимает плечами. Если вам нравится такой стиль. Слушай, а легенду... Он делает глубокий вдох, готовится вещать. История, которую я собираюсь рассказать, это городская легенда. У этой истории множество версий, детали часто противоречат друг другу. Все сходятся в одном, никто не знает истинной природы или личного этого... Слушай, ну я все-таки просто хочу, его можно увидеть, этого всадника, или нельзя? Ты про всадника без... Закрой рот, Розмари. Лето 44-го года. 17-летняя Гертруда Хиэт возвращается домой после смены в порту. На дворе почти полночь, но останавливается, чтобы выкурить сигаретку вблизи канала. По улицам гуляет... Теплый южный ветерок, вдали расцветают и угасают огни движущихся мотокарет. Огонек ее сигареты, будто свет маяка, одинокой танцующей в темноте порта. Эта картина так легко возникает у тебя перед глазами, будто ты проходил теми же улицами 1000 раз. Наша героиня наслаждается тишиной и спокойствием канала. Он поднимает глаза к нему, будто сам ищет там спокойствие. Она... Даже не подозревает, что это спокойствие вот-вот будет нарушено, за спиной слышится цокот копыт, девушка испуганно оборачивается, и что же она видит? Я не знаю что. Безголового всадника в спортивном костюме фаун верхом на лошади. Который, по слухам, повсюду ищет свою легендарную кепку фаун, потерянную вместе головы. Но что-то здесь все равно какая-то тайна. Но это мы легенду слышали. Блять, Розмари, заткнись. Ладно, никакой молнии не было, только пролила дождь, и маячащие на мокрых камнях. А что было в материалах дела, спросить Куми? Естественно, Ула де Понте была главной подозреваемой в деле исчезновения Евы Дель Гада. Де Понте утверждала, что это дело рук так называемого всадника Фаун, без головы, и что она убежала, спасая свою жизнь. Он поправляет очки. В ходе расследования выяснилось, что обе женщины были вовлечены в любовный треугольник. Третьей стороной был какой-то мелкий бизнесмен, и я уже не понимаю деталей.
Основная версия заключалась в том, что женщины поссорились на причале, и Девонте столкнула Дельгадо в канал, а затем выдумала эту глупую историю для прикрытия. Ее арестовали? Нет, она покончила с собой еще до задержания. Ее нашли в ванной с винтовкой в руках. Лицо частично пристало к потолку, вот как. Не слишком приятное зрелище. Чувак, это чернуха какая-то, ну что ж. Еще одно дело закрыто, он делает знатный глоток из бутылки. Ну как бы то ни было, такова история о всаднике Фаун без головы, с ума сойти. Во время этого расследования я уже навидался странности безголовых жокей не так. И что случилось? Никто не знает, некоторые утверждают, что он бродит по улицам Мартинеза по сей день, и ровно в полночь его можно увидеть близ канала. Ну вот блин, очень сомневаюсь. Точно, я видел его однажды, когда нажался в дрова. Ну блин, мне прям хочется проверить это. Как мне вот сюда мне что? Ким, а ну-ка подожди. Ты хочешь поговорить со мной? Я хотел немного поговорить с вами о вашем стиле. О моем стиле, а что с ним не так? Он всегда разный. Так что нам всегда о нем разговаривать? Я рад, что вы наконец-то стали более-менее похожи на офицера РГМ. Ну, так держать. Твой сводный брат гордится тобой. Тебе нравится? Мне кажется, это портит мой стиль. Вы офицер РГМ, а не какой-нибудь бон-виван. Знаете, такое выражение встречает по одежке. В любой ситуации все решает правильный подобранный образ. Ну ладно, ты вроде следишь за модой, будем с тобой стильными корешами. Детектив, не пытайтесь прыгнуть выше головы. Теплая улыбка. Ладно, нам, пожалуй, стоит вернуться к расследованию. Идемте. Идемте, но куда идти-то, Ким? Я хочу вот сюда пройти, но вот сюда у меня не получается пройти. Вот это вот что такое? Вот эти здания. Здесь все уже непроходимо. Просто идти мне уже дальше некуда, да? Я так понимаю. Ну, получается, наверное, да. Я сейчас еще немножко побегаю. Наверное, да. Может, где-то еще что-то есть? Ну, ловушка где-то-то есть. Значит, как-то я могу еще севернее пройти. Подожди. Продолжить. Почему ее так занимает волны? Что у тебя за отношения с... Что за отношения у рыбака могут быть с волнами? Она склоняет голову на бок и смотрит на море. Нам нужно выходить туда, к ним, рыбачить, зарабатывать на жизнь, потому я прошу их посодействовать. А пока что я могу попытаться помочь тебе, если возможно, добавляет она с улыбкой, спрашивает. Из-за присутствия Кима ситуация довольно неловкая. Что ж мне с Кимом-то? Как мне с ним расстаться? Ну, вечером только. Больше ничего, увидимся. Слушай, неужели я никуда больше не могу попасть? Это все? Все, где я могу побыть? Подожди, карта. Хижины рыбаков, церковь. Это расстрельная эта часть была, да? Это рынок? Вот где-то здесь что-то, какой-то проход виден, да? Вот как-то здесь.
что там можно пройти. Хорошо, еще мы не уходим. 2 часа, время как бы не сильно быстро идет. Ким, пойдем-ка посмотрим еще. Чтобы уже точно быть уверенным. Но здесь тупик. Я почему-то был уверен, что будет какая-то еще зона интересов, а сейчас вроде как бы ничего уже нет. А, подожди, вот. Взять ловушку. Ты поднимаешь ловушку, она совсем легкая и не издает звуков. Не как другие. Да? Саранчи нет. Да вы что? Фазмида тоже, но все-таки. Здесь был фазмид. Пусто, хватит орать, присмотреться повнимательней. Лейтенант вместе с тобой рассматривает ловушку, что ж, кого-то приманка да привлекла. Там может вот эту птицу. Однако не факт, что тростниковое чудовище. Вы же его там не видите, я вижу лишь пустую ловушку. Сетка выглядит менее аккуратно, чем на других ловушках, будто кто-то поднял ее и потряс, а потом бросил обратно на землю. Такое чувство, будто с ловушкой уже кто-то нахимичил, но что если это был фазмид? Вдруг он сожрал приманку или узнул? Вряд ли это был фазмид, но все-таки надо сказать Мореллу. Ты прав, но я все-таки должен сказать об этом криптозоологам. Ну да, ты прав, но я все-таки должен. Хорошо, хорошо. Но потом мы вернемся к своим делам. На данном этапе расследования подобными отклонениями от задания уже нет оправданий. Ну ты прав, 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 Кейм, прав. А где эти криптозоологи? Я уже и не знаю, где они. Последняя ловушка оказалась пустой, возвращайтесь в танцы к Мореллу. А, он уже там? Он уже там? Вот еще место. Сигаретные бычки, заметные... Заметенные под... Что это сыпется? Что это? Что это? Кто-то жёг здесь костер давно. Ржавый сломанный пульт управления радиовышкой. Эта лестница слишком ржавая, чтобы забираться по ней, и она вся разъедена морским ветром. Радиовышка, да? На души ды шарф. Ну ладно. А вот смотри, что это за часть суши? Я, получается, здесь, вот возле радиовышки, да? Колеса обозрения уже давно нет. Вот здесь был трупец этот найден, да, я так понимаю? Ну, вот здесь какая-то часть еще. Что это такое здесь? Ну, как бы туда не попасть, не пройти. А это что? Ну вот я это что знаю, дверь, но ее открыть невозможно. Всего лишь один раз. Как ее открыть-то? Открыть ее невозможно. Не, ну конечно, можно там, да, химичить, там, сохраняться, наверное, пробовать открывать, и когда-нибудь это все 3% эти поймаются. Но думаю, может быть, как-то по сюжету это все будет развиваться. Поэтому мне сейчас делать здесь, наверное, нечего. Сейчас я иду к Эврору Клэру.
Сколько у меня? 92. Кстати, что там по развитию? Про подполье? Карта. Не, ну это-то мы уже изучали. Это же я тут гонял. Это всем известно уже. Наверное. Мне только неизвестно было. Так, вот они, голубчики. А, вот Морел. Уф, как же я вам признателен, офицер. И не я один, он кивает на Лену. Тогда поговорить с ней и уйти. Я не с Леной должен разговаривать, а с Морелом. Очень рад снова вас видеть, офицер. Широко улыбается, он неловко кланяется. Моя жена очень хочет вас поблагодарить. Поговорите, пожалуйста, с ней. Черт, ладно. Ох, Сайк, ей-то она. Уж не знаю, как благодарить тебя за то, что нашел мужа и помог ему. Надеюсь, мы не слишком тебя утруждаем. Мне это было очень интересно. Просто, кстати, пришлось, пока бегал. Да я и сам уже своего рода криптозоолог. Так и знал. Бормочет таким себе под нос. Не удивлен, что у нас уже творится не весь что. Получен привет галстук с восьмиглазым тираторном. Ого, что это такое? Тогда, зайка, прими вот это в знак моей благодарности. Но это один из этих там невиданных существ. Она протягивает узкий галстук с заколотой серебряным птичьим черепом. Это галстук мискиевский. Булавка антикварная. И много значит для сообщества криптозоологов. Маленькая серебристая булавка, которой заколота лента тепла. Она выполнена в форме птичьего черепа с восьми глазами. Ну, ты можешь поговорить, я бы очень хотел побольше узнать о криптидах. Знаете что? Ну его к черту. Давайте еще криптидов. Конечно, офицер. Вежливо улыбается она. Вы двоих, вас двоих интересует какой-то конкретный криптид? А эта птица тоже какой-то криптид? Вот галстук-то, это ж интересно. Не какой-то. Лена таинственно щурится. А самый главный? Самый главный? О, да. Серебристый череп. Поблескивает у тебя между пальцев. Клюв его востр. Так и что же это за птица? Осьмиглазый тираторн. Самая крупная из известных науки птиц. Размах его крыльев 11,5 метров. Считалось, что он вымер 3,5 тысячи лет назад, и даже ископаемые ставили под сомнение. Мол, просто мутация, но потом... Мутация, фыркает мужчина. Вся эволюция, это и есть мутация. Потом. Потом, в 21-м его увидел знаменитый готвальский исследователь и естествоиспытатель... Уве Платенкальд. А как он его увидел? Это случилось во время экспедиции ученых-ботаников в обширный неизведанный каньон Уамрао на юго-востоке Ильдамарата. Во время песчаной бури доктор Платенкальд отстал от группы. Так. И что случилось? Доктор брел на восток, один на проклятой пустыне, где больше тысячи лет. С падения Перикарнаса не ступала нога человека. Он потерялся, у него не было компаса и заканчивалась вода. Спустя пару дней он заметил высоко в полуденном небе птицу, черную и огромную, великанскую на вид. Периодически птица пикировала к туше какого-то животного далеко у горизонта, но когда Увид туда добрался... Тираторн уже улетел, а тело было очищено до костей. Так повторилось много раз. Это уже, наверное, бред какой-то был, да? Съесть птицу. Уви, это твой единственный шанс. Он следовал за птицей. Понимаю, он стал на нее охотиться? Да.
В теле столь крупной птицы много крови, а он умирал от жажды. Доктор Платенкальд шел за Тераторном много дней. Наконец они добрались до края каньона, и птица опустилась на землю отдохнуть. И тут они, наверное, поговорили, да, с птицей? Один на один. Профессор взобрался на утес с камнем в руке. Птица спала, спрятав голову под крыло. Огромный ворох черных перьев, приютившийся на скале. Он приблизился, сжимая в кулаке камень. И вдруг Тераторн поднял на него глаза. Все восемь. Четыре с каждой стороны, как у паука. Мужчина не мог шевельнуться, он был парализован, оцепенел с камнем в руке. Что бы он ни делал, приблизиться к птице не получалось. А что? Птица управляла его разумом. Представляешь? Не давала приблизиться. Он мог сделать шаг назад, но одно движение вперед и паралич. Выбился там три дня, пока птица не улетела. Осьмиглазая птица, способная управлять разумом? Заебись. Стоп, а как он смел выжить и все это рассказать? Он не интересовал осьмиглазого Тераторна, пока не пытался подойти ближе, чем на два шага. Тот даже позволил ему объесть мясо с ближайших туш и два неоплодотворенных яйца. Ах, вот что. И именно зайка, улыбается она. Довольна, что ты согласен. С той поры криптозоологи пытаются ее выследить, но у Амрау велик, загадочен и полон тайн. А современный радар телеметрия подает больше надежд. Этого мы точно зафиксируем. Максимум к концу десятилетия. Вот, этот мне понравился. Лейтенант убирает блокнот. Мало того, что у него восемь глаз, и это живое ископаемое, крупнейшая птица в истории, так еще и разумом управляет. Он это искренне. Ему нравится наглость мысли. И это была последняя встреча? Увы. Но неоднократно поступала информация о восьмиглазых птичьих черепах из Ильдемарата. Да и удивительное сходство с перекарнасским имперским орлом, древним геральдическим символом, вряд ли можно счесть совпадением. У имперского орла тоже восемь глаз. Не на самом деле, это стилизация, так как они рисуют глаза. Это не зоологическая реальность. Совсем не счесть совпадением. Про Тераторна все знают, глядя на ваш глаз, только люди подумают, да, он любит криптидов, подмигивает она, так что еще тебя интересует? Ох, черт, хватит, наверное, на сегодня. У меня пока все. Что же это за галстук-то такой? Ух ты ж, ничего себе. Приколюшка какая. Внутренняя империя и сила воли. Сила воли, а это очень хорошо. Тонкий галстук Болла со старинным зажимом в форме птичьего черепа. Когда смотришь на него, становится неуютно, но взгляд отвести сложно. Интересная, прикольная штука. Это ж она вот здесь носится. Бабочка. А, или... Да нет, вот здесь. Вот как, ничего себе. Не, ну я все-таки, наверное... Пока на драму. Или пускай. Да давай нацепим. Интересная штука все-таки. Где искать орудие? Найдите рабочее оружие, которое стреляет при... Броню где мне искать? Столько всего еще. Ну, еще надо с ним поговорить-то. Но все-таки это буду делать уже позже. В 2 часа, в следующий раз точно к Эврору Клэру надо. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.